заботиться о душе, создавать видение, следовать вере, служить в смирении. Эти четыре составляющие девиза компании Atomy имеют под собой глубокий философский смысл – заботиться о душе. Atomy – инструмент для нашей души. Atomy ценит людей. Atomy заботится о всех участниках компании. Atomy заботится о своем персонале. Менеджеры компании получают достойную, высокую зарплату. В конце года компания выплачивает премии работникам согласно качеству выполненной работы, тем самым мотивируя менеджеров на более высококлассное отношение к их работе. Также Atomy заботится о своих производителях-поставщиках продукции, оплачивая производство продукции на год вперед, тем самым обеспечивая бесперебойное производство и сбыт продукции. Было немало примеров, когда на заводах поставщиков продукции происходили чрезвычайные происшествия, но Atomy не отворачивалась от своего поставщика, а наоборот, помогала в восстановлении процесса производства и на время приостанавливала выпуск продукции. Atomy заботится о покупателях. Компания предлагает своим покупателям обширный ассортимент продукции, придерживаясь принципа «масс-стиш», предлагая товар под принципом «абсолютное качество по абсолютной цене». Товары премиум-класса доступны большому кругу покупателей. В интернет-магазине Atomy покупатели могут приобрести все от еды, одежды, продуктов для здоровья, продуктов для красоты. Также компания заботится об участниках-партнерах. Партнер компании может достигнуть успеха вне зависимости от времени вступления и места проживания. Благодаря уникальному маркетинг-плану Atomy справедливо распределяет вознаграждение среди участников. Люди, работая в Atomy, достигают успеха. Вторая часть девиза – создавать видение. Создавать видение – это создавать что-то новое. Наша жизнь меняется, если мы четко представляем свои цели. Визуализация. Визуализация – это детальное видение своей цели, своей мечты. Многие успешные люди считают визуализацию частью своего успеха. Например, актер Джим Керри, будучи начинающим комиком и актером в свои 19 лет, сам выписал себе чек на 10 миллионов долларов за оказанные актерские услуги. Прошло время, и к дате, указанной на чеке, Джим Керри действительно мог его обналичить. Прежде всего, визуализация задействует скрытые возможности нашего подсознания. А если вы думаете о своей цели, то в мозгу активируются те же нейронные связи, которые и включаются во время непосредственного выполнения этой деятельности. Мозг ищет пути реализации целей. Может быть, из-за этого начинается казаться, что все складывается само собой. Повсюду открываются двери, и на всех перекрестках загорается зеленый свет. На самом деле это следствие работы нашего мозга. Визуализация отличается от приятного, ни к чему не обязывающего блуждания в мечтательных высях тем, что требует концентрации и четкости. Это в высшей степени сознательный процесс, это мыслительная работа, в основе которой лежит осознанное намерение. Намерение дает физические и моральные силы для достижения успеха. Третья часть девиза – следовать вере. Вера – это то, что нельзя увидеть, пощупать. Создав личное видение, вы твердо должны верить в свою мечту. Когда вы четко поставили перед собой цель,
создали видение своего успеха, уверовали в свой успех, полны намерения реализовать свои задуманные цели, нужно без оглядки, без сомнений действовать, несмотря на свои неудачи, потери и временные трудности. Идите, продвигайтесь вперед, вперед к империалу. Позитивное мышление – вера в свое благое дело, вера в своего спонсора, вера в свою команду непременно приведет вас к успеху. А Томми – ключ к успешной, сбалансированной жизни. Заключительная часть девиза – служить в смирении. Служить в смирении – это то поведение, к которому нужно стремиться, это то, как вы ведете себя в обществе. Нужно быть скромным. Чем скромнее вы будете, тем больше достигнете. Служа в смирении, вы будете понимать людей, будете мудрее и милосерднее. Есть высказывание: деньги не меняют человека, они лишь позволяют ему быть самим собой. Достигнув больших высот, к человеку приходят большие деньги и большие возможности. Но не каждый человек способен справиться с такой ношей. Некоторые люди, достигнув успеха, становятся высокомерными. Появляется чрезмерная гордыня. Гордыня говорит нам, что мы самые великие и прекрасные, но взгляд гордыни ложный, фальшивый. Трезвый, честный взгляд – взгляд смирения. Смирение говорит нам, что у нас, как и у всех людей, есть много недостатков. Работая над своими недостатками, мы становимся совершеннее. Атоми служит смирение. Уважительно и с почтением относится к людям, вне зависимости от положения, статуса и достатка человека. Атоми заботится о людях. Мы гордимся быть в Атоми.